Мы действительно отмечаем неуклонный и достаточно быстрый рост числа новых случаев в течение нескольких недель подряд. И, наверное, начиная с конца марта, начала апреля. Причем этот рост в Беларуси, числа новых случаев, является одним из самых высоких в европейском регионе ВОЗ. И, к сожалению, он продолжается. Последнюю неделю есть признаки некоторой стабилизации числа роста новых случаев, но очень рано делать какие-либо выводы, при том, что, скажем так, адекватных мер физического дистанцирования в стране недостаточно, поэтому можно прогнозировать дальнейший рост и увеличение этих новых случаев. Любое массовое скопление людей повышает риск и вероятность передачи вируса среди участвующих, что способствует распространению эпидемии. И, к сожалению, вот при таких больших скоплениях людей невозможно обеспечить физическую дистанцию в 1,5–2 метра. Инкубационный период развития заболевания и проявления симптомов составляет 2 недели. То есть теоретически мы можем ожидать в течение 2–3 недель проявления вот этого мероприятия в увеличении количества больных. Насколько это повлияет на общую картину, конечно, мы ожидаем увеличения, но говорить о пике здесь сложно, потому что парад — это одно из мероприятий, да, это массовое мероприятие, но в своих рекомендациях ВОЗ также говорила и о других мерах физического дистанцирования. Это, например, перевод по возможности на дистанционное обучение, перевод на дистанционную форму работы. Вот в отсутствии мер физического дистанцирования очень сложно прогнозировать, как поведет себя эпидемия. Но, скорее всего, мы предполагаем продолжение роста в ближайшее время. Насколько по времени это займет, достижение пика и, скажем, продление вот этого срока плато, это, опять же, сложно говорить.